Всем привет! Добро пожаловать на канал. Рубрика мини-распаковочки. И сегодня у нас на распаковке новый, но не новый боец. Довольно-таки всем известная модель. ХГ-П601. Модель довольно-таки уже давнешняя. Как говорится, была у меня уже такая в свое время. Вот, но что-то с тем не заладилось, так как была, как говорится, можно сказать, первая модель. Вот, довольно-таки быстро она пришла в негодность. Можно сказать, ушаталась. Вот, захотелось обновить его. Вот. Так как это уже был в использовании, хочется уже сохранить его как первая модель, память о первой модели, грубо говоря. Вот. Уже я знаю, какие у него косяки. Грубо говоря, использовать уже буду я его чисто по лайту. Вот. Но сделаю так. Внешечку ему сделаю. Вот. Кто давно на канале видел, он был у меня в белом цвете. Вот. Но я недостаточно хорошо занимался кузовом. В этот раз все будет по-другому. Все мы заново сделаем и наведем. И сделаем его по красоте. Да. Запасочка сюда. Мне кажется, была раньше крутилочка какая-то. Вот. У меня, кстати, вот это приходило сломанное. Здесь уже, я смотрю, все разборное. Вот. И немножко уже модернизированное. Вот. Не знаю, какого поколения этот. Взял я его не новый. Вот. Ну, как вы видите, корка новая, все новое, в пленочке. Вот. Так что сейчас мы его быстренько соберем. Вот, потому что особо тут делать нечего. И поедем потестируем. Как раз таки у нас сейчас выпал снежок. Я думаю, будет приятно на него посмотреть по снежочку. Для него у меня уже лежат колеса. Так, одна подножка сломана. Вот. Но у меня есть новые, так что ничего страшного. Вот. Все стоковое. Ничего не изменено. Катали, я так понимаю, немножко. Вот. А колесики? Колесики на него лежат вот такие. Будем делать лифт и устанавливать такие колеса. Многие знают то, что мосты у гелика не особо надежные. Вот. Но по лайту, по снежку лазить я его нагружать не буду. Я думаю, будет нормально все. Вторую скорость тоже использовать не будут. Будут только на понижаечке ездить. Вот. Вот такая вот ХГшечка. Все стоковая. Двухступенчатая коробочка. Вот. 540-й моторчик. В принципе, у меня он отбегал, пока жил гелик. Вот. Регулятор 2 в одном. Вот. Такая вот аппаратура трехканальная. Вот. Третий канал я на этой аппаратуре использовал на лебедке. Соответственно, я думаю, что и также я буду ее использовать. Давайте попробуем поменять колеса. Прикинуть их, будут ли они за что-то цеплять или нет. Если будут цеплять, значит, едем кататься на стоке. Вспомним, как он ездит в стоке. Ой, амортизаторы вообще капец.
что-то с ними сделали. Короче, подвески у нас нет. Амортизаторы все разбирать и промывать. Вообще дуб. Просто дуб дубом. Так что кто-то хотел, наверное, заправить, что ли. Но совсем не рассчитал, чем заправляет. Так, ладно. На первый раз, я думаю, пойдет. Сейчас пробуем колесики. И едем на тест. Ну все. Спасибо за просмотр. Вставлю небольшой ролик с тестов. А полный видос, как он в стоке катает, будет уже немножко позже. Когда я все-таки, наверное, доделаю подвеску все, потому что вот эти амортизаторы елочкой мне они не нравятся. Видите, как они стоят? Вот так. Тут я всегда удлинял, расширял. Тут стал поперечину, чтобы вот это все не болталось. Вот. Но ходов сейчас у нас нет. Ну все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.